Ну, это адвентистский магазин, где мы живем. У них тут разные аудио продаются. Вот. Об Иисусе, там песни и так далее. Аудио. Я не опустила. Аудиокнига. Я не опустила. Это «Пророки и цари». Вот. Это книга Елены Вайт. Называется это «Образование детей». Вот. Тут разные аудиокниги. Мелодия. Вот. Все христианское. Также, так, это у них что здесь? Вегетарианское. В общем, это все продукты такие очень полезные для здоровья. Все эти порошки. Из очков плохо вижу. Что здесь? Листья какого-то этого, забыл, как называется на русском языке, сизами. Было полезные всякие семена, также у них продается здесь вегетарианское мясо. Там люди пришли. Вегетарианское мясо, конечно, оно здесь очень дорогое, которое в Ломалинде там привозят оттуда, естественно. Всякие сосиски вегетарианские, котлеты, все это, конечно, очень дорого. $40, это банка $40. Мясо вегетарианское, все эти сосиски вегетарианские, эти по $9, 80 центов, очень дорого, да, считаю, 800 рублей, это вообще $40, сколько там, $40, 4000 рублей, что ли, это тоже, это глютен, вегетарианский глютен, здесь именно глютен делают из этого, из пшеничного, тоже вегетарианское мясо, оно вкусное, конечно, очень. Это оливки. Здесь вообще в этом магазине все очень-очень дорого. Фасоль. Это тоже из Ломалинды. Так. Да, фрэнксы. Тоже сосиски. Вот. Все не из мяса сделано. Все это очень дорого. Вот эти баночки тоже. Мясо вегетарианское. $10. Такая маленькая баночка. 800 рублей. Тоже вегетарианские сосиски всякие. Вот. Понятно. Это все из растения сделано. Тоже всякие очень вкусные, кстати, мясо вегетарианское. Сестра его однажды у нее осталась, я попробовала, очень вкуснятина. Вот. И странно, что здесь продают горчицу. Тогда, как Елена Вайт писала, вообще горчица нельзя вообще есть, она очень вредна для здоровья. Ну, понятно, здесь кофе-то продают даже. И кофе натуральное, кстати. Ну, не здесь именно, там в церкви в одной продают кофе. Дают кофе, можно пить. Вот. Это у нас, это когда мы там в Ломалинде, там у них кофе. Кстати, продается вот. Это уксус. Да. Написано, ну, кстати, везде добавляют уксус, всякие с уксусом, соевый соус, и тоже уксус добавляют, хотя уксус абсолютно вреден для здоровья, соевый соус, везде добавляют уксус, вот. Кокосовое молоко, тоже все вегетарианское, сахар, органик. Из очков плохо вижу, там написано. Дейт шугар. Это уже как сказать, финики. Потому что дейт это финики. Это сахар. Вот, напиток.
напитки. Также у них тут продаются чуща, вермишель, которая, значит, без глютена. Вот вермишель без глютена. Горошек, коричневый рис. Продается себе рис коричневый, причем не белый, и без глютена. Вот, это всякие, что-то полезное там, всякие из трав и так далее. Вон порошки. Всякие такие, для тела, в общем, для организма. Для очищения организма и так далее. Щетки продаются, кондиционер. Это для этого, для чтобы были волосы пышные, для объема волос. Цены не вижу здесь. В общем, всякие для здоровья полезные. Алоэ вера, ботаника. Плохо вижу, это от солнца, похоже, от солнца, да. Расчёски даже продаются, мыло, да? Запах хороший, мыло разное, алоэ вера. Кстати, лосьоны для тела и так далее. Ну да, в Лома Линда, я как говорила, там кофе у них тоже. Прям заходишь в этот в Лома Линда, как это сказать, где... Ой, кафетерий у них. И у них там мороженое. С этой разбери. Мороженое продается. Хлеб. В холодильнике лежит. Такая капуста очень полезная. Кейла называется. И все эти здесь овощи. У нас сосиски тоже вегетарианские. Это тоже что-то из этого, из фасоли, как буррито. 5 долларов одна штучка. Очень дорого, конечно. Цены за сумасшедшие орехи. Так, тофу. А, это тофу. Это сыр тофу. Это тоже сыр тофу. Но здесь очень дорогой сыр продается, да. Мы тофу почему сыр не покупаем, потому что он очень дорогой. Это майонез вегетарианский. Это с маслом, как называется, грейпсид. Это, в общем, в России тоже сейчас продается это масло с косточек винограда. Всякие семена, орехи. Так, спреи. Не пойму, с чего это сделано. Туалетная бумага, как будет. Посмотрим, что у них. Мне не играет музыка. Волки продаются. Это где мы живем, написано Веймар. Университет. Университет Веймар. Это где мы живем, место. Вот кружки вот такие. Написано исцелим мир, который, так сказать, поврежден мир. Веймар, университет, где мы живем. Не знаю, для чего. Всякие футболки тоже с надписями. Эти адвентистские. Университет Веймар. Hello. Это для телефона. Вот. Открытки. Это написано Сакраменто. Это где-то 30 минут от нас ехать до Сакраменто. Тоже Сакраменто. Это вот город недалеко от нас, Розервилл, называется Калифорния, Розервилл. Тоже Сакраменто, открыточки. Вот. Здесь у них тоже продаются всякие, это банановые, эти чипсы банановые.
это банановые чипсы, это из этого кешью, орехи, кешью, тоже сладости. Это из кэроба, то есть здесь не настоящий шоколад, а который заменитель шоколада из кэроба. Но это все очень дорого, вот эта цена, сколько? Вот это прайс, $4. Такая штучка стоит, получается, $4. 300 рублей. Не знаю, если не смотрится. Вот. Тут какой-то, это тоже здесь. Книжки. Библия. Длинные. Ну, здесь в основном, да, книги. Это «Желание веков» книга. С этой книги «Желание веков» и так далее. Это перец. Каянский перец. Это каянский перец. Это... Не могу понять, что такое. Там без очков вижу. Какой-то гель сделано. Чего-то, в общем, вот это мясо вегетарианское, соевое, $10, вот этот пакетик, 800 рублей, считай. Да, это мясо очень дорогое вегетарианское, вот, это тоже вегетарианское мясо, разного вида, всякие, ну да, здесь фасоли, я смотрю, вот, тогда, да, кукурузный крахмал, да, это книжки. Так, ладно. Вот так вот. Сделала видео. Книга «Желание веков». Хлеб у них тут продается, который сами выпекают, очень полезный. Здесь написано ингредиенты. Цельное зерно, глютеновая мука, а тут глютен тоже. Аист. Ну, аист, да, это очень полезное. Какой-то сироп и так далее. Это хлебушек. Ну, конечно, они печенье всякие. Это тоже какие-то там чипсы разные. Такие разные такие. Полезные там из овсянки с медом. Там вот в этом здании проводится программа «Новый старт», которая у нас тоже в России называется «Новый старт». Вот в этом здании, когда приезжают с разных штатов разные люди, вот такие неверующие, чтобы поправить свое здоровье. Вот, всякие чипсы здесь продаются, когда она... Уже эти чипсы из кукурузы. В общем, здесь много чего. Вот. Это какой-то чай. Из чая сделала. А, вот это вот кофе. Кофе, которое не из натурального кофе, а такое из растения. Кстати, очень дорогое, $11. Такая баночка. Больше, чем 800 рублей. Ну вот. Это всякая такая уже еда приготовленная. Вегетарианская. Вот. Okay, have a nice day. Bye. Thank you. Ой, у них такой вот магазинчик я показываю. Работаю с 10 до 4. В субботу не работает, в пятницу до часа дня работает только. Hello. Вот такой у них магазинчик. Яймар. Натуральная еда. Мужчина, похоже, не узнал меня. Вот. А это клиника, в которой я работала, цветы сажала. Ну, там, конечно, сейчас цветы не выглядят. То есть здесь вот проводится «Новый старт» программа. Там прям отдельные комнаты для людей. Они там спят, приезжают с разных штатов, кормят их. Когда я работала в кафетерии, вот. Там готовили для них тоже еду отдельно, для студентов, отдельно так,
Иду я домой, так сделала видео.